Арбузы – единый товар сезонный. Бахчевые появляются на прилавках в июле и продаются вплоть до октября. Специалисты уверяют, продукция в Ангарске сертифицирована в полном объеме. Вся продукция овощей, фруктов, бахчевых культур поступает с проверкой уже через таможню. То есть она проходит на железную дорогу, поэтому продукция практически вся сертифицирована. Но продавца несанкционера торговли, конечно, сертификат найти практически не представляется возможным. Хотя мы знаем, что продукция проверена. То есть на рынок, будь он стихийный или организованный, некачественные арбузы и дыни просто не попадут. Места несанкционированной торговли различные структуры проверяют практически ежедневно. Претензии не к товару, а к способам его продажи. В этот летний период жалоб на овощи, фрукты, арбузы, дыни не поступало. Вот в этом году не поступало. Значит, что касается, на что хочется потребителя нацелить, так это на то, что обращать внимание, чтобы не арбузы и дыни не резали, то есть категорически запрещено санитарными правилами, нарезка арбузов, дынь, реализация подпорченных, загнивших овощей, фруктов с нарушением целостности кожуры, с признаками гнили. Арбузы и дыни с помятым боком или поврежденной кожурой лучше обходить стороной. Так называемый нестандарт иногда предлагают по значительно сниженной цене. На здоровье лучше не экономить и выбирать красивые ровные плоды. Здесь, кстати, тоже немало нюансов. В выборе первый помощник – продавец. Самое главное, чтобы у него был звонкий звук у арбуза, чтобы он не был зеленого хвоста, сухой кончик. Все, больше никаких секретов, лишь бы он мягкий нигде не был. Продавцы заверяют, что все арбузы и дыни проходят отбор на складе. Первыми уходят с прилавка самые спелые и сладкие. Вот это еще не спело, вот это сладенькое. Доверившись совету продавца, убедиться наверняка, повезло с выбором или нет, можно лишь дома. Перед тем, как пробовать сладкие дары природы, нужно помыть их кипяченой водой с мылом и есть не откладывая, или хранить в холодильнике, чтобы избежать отравления. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин, Михаил Тырышкин. Местное время.